Всем добрый вечер. Сегодня мы выбрались на вечерний золотой час, чтобы половить на спиннинг. Всем привет. Видели головли. Максимальный выброс надо закинуть. Вон там. Сможешь? Да. Давай я тебе закину. Держи пока камеру рукой. Получается немножко. Это не так. Зайдем в воду немного. Щука. Щука. Щучка. Че, мы ее отпустим уже, да? Ну да, маленькая. А, небольшая. Чья это была щука? Это была твоя щука. А я ее поймал. Так что давай мне камеру и лови. Клюнула, клюнула. Молодец. Молодец, тащи. Хариус или щука? Thank you.
В общем, ребят, мы решили пойти домой. Завтра с утра оденем забродные штаны, выдерси, и пойдем прогуляемся вдоль русла. Сейчас у нас итог несколько поклевок. Ну, на психнулевочку. Одна щучка поймана и одна упущена. Да. В общем, ребят, Алена Владимировна решила сегодня поспать, но я вот выполз на реку проверять наличие щуки, окуня, ловля, короче, всей рыбы. Сейчас, ребят, на середине увидел хороший всплеск. Попробую поставить блесенку колонель. Дальнобойно. Зайти в воду. Насколько хватит мне вейдерсов. И прокинуть подальше. Ребята, есть. Попала рыбка. Хорошая. Окунь. Добрый окунь. Ну какой. Окунище на колонель. Хороший. Окунёчек. Закоптить такого пойдет. Пойдет. О, есть, ребят, еще один. Окунечек. Добряк. Вообще добряк. О! Ха-ха-ха! Голавлик! Голавлик попал! Класс! Оп, есть, ребята, как клюнул жестко, голавль, о, хороший голавлик, крэнк,
Вот канал.